Два ведомственных дошкольных учреждения в силу обстоятельств оказались на грани закрытия, но благодаря вмешательству губернатора Игоря Рудени и депутата Государственной Думы Владимира Васильева из этой ситуации был найден позитивный выход. Тверские детские сады номер 74 и номер 154 получат деньги на капитальный ремонт, завершить который в полном объеме предполагается в 2025 году. Такое решение было принято на заседании бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени. Напомним, что ранее они были подведомственными учреждениями Минобороны. Всего их посещают свыше 200 детей. Большая часть из семей военнослужащих, в том числе участников СВО. Некоторое время назад появилась информация о возможном переподчинении учреждений муниципалитету с последующим расформированием. Однако благодаря главе региона их передают в ведение Министерства образования Верхневолжья. В планах работ – приведение в порядок кровли, фасадов, обновление инженерных систем, отделка помещений, благоустройство территорий.